Вот сегодня на Ярославском шоссе, в день города, на въезде в Москву образовалась огромная пробка из-за того, что здесь решили устроить дорожные работы. Пробка от самого Олимпийского проспекта. Сузили дорогу, вот, и все вынуждены стоять в пробке. Здесь давно нужно было уже, конечно, расширить дорогу. Почему-то решили заняться именно сейчас. Вот в результате три полосы только. Здесь вот стали сшивать участок этот, выпрямлять. Только сегодня. Спасибо за подарок 870-летию Москвы.